Свой путь к масштабному развитию платформа CrowdSale Network начала из столицы Казахстана, города Астана. Астана становится центром инновационных технологий. В данный момент в Астане проходит международная специализированная выставка «Экспо-2017». 20 августа 2017 года состоялось официальное открытие первого центра подготовки инноваций «Астана Innovation Development Center» от компании CrowdSale Network. На церемонии открытия присутствовали более 100 предпринимателей и инвесторов, которые стали свидетелями старта нового бизнес-акселератора. В своем приветственном выступлении международный эксперт платформы Александр Никифоров особо отметил важность создания таких центров во всех городах для образовательной цели, чтобы предприниматели могли оцифровать свой бизнес, применяя новую технологию блокчейн. Главная задача – поддержать начинающих стартаперов с инновационными проектами, а инвесторам обеспечить безопасность при инвестировании. Один из главных международных экспертов платформы CrowdSale Network Сергей Афанасьев раскрыл возможности платформы. Рассказал о том, что в ближайшие месяцы запланировано открытие центров подготовки инноваций в 50 странах мира. Результатом деятельности платформы CrowdSale Network должна стать децентрализованная, самоуправляющаяся и саморазвивающаяся экосистема, благоприятная для развития предпринимательства и исследований, способствующая созданию компаний, успешных на глобальном рынке. Сегодня уже 12 стран подали заявку на открытие центров подготовки инноваций. Продолжается активный поиск представителей CrowdSale Network.